Семья – это священный союз, построить который непросто. Люди, прожившие вместе полвека, доказали друг другу взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. Акция «Золото любви» в столице полуострова проходит уже не в первый раз. Юбиляры очень активно принимают в ней участие, рассказывает Наталья. Цель этой акции – дать пример молодому поколению, которое вот вступает в брак, которое заканчивает школу, что жить в семье необходимо, что только человек, который вот чист душой, с хорошими помыслами, он может сохранить свою семью, он должен ее создать, он должен ее сохранить, потому что только в здоровых семьях воспитываются и вырастают хорошие, здоровые русские, крымские дети. Каждой супружеской паре здесь особенный подход. Сувениры сотрудники ЗАГСа приобретают сугубо исходя из личных предпочтений юбиляров. Ведь это памятные подарки, которые во многих семьях будут, согласно старой доброй традиции, переходить из поколения в поколение. Татьяна и Александр под одной фамилией Назаровы 58 лет. Рассказывают, годы не прошли, а пробежали. Все произошло спонтанно. Два друга решили расписаться в один день. И вот из ЗАГСа вышли две супружеские пары. Сегодня двое детей и уже трое внуков – это символ любви супругов. Юбиляры поделились с нашей съемочной группой своим секретом счастливых и прочных отношений. Молчать надо, где-то смолчать, где-то уступку сделать. Ну что, это же... Там... Два разных человека сходятся. Как... Это же два индивидуума. Поэтому надо уже приспосабливаться. Приспосабливаться в жизни надо. А когда появились дети, детей вообще нельзя оставлять без отца. Нельзя. А вот у этой пары другой секрет счастливой супружеской жизни. Владимир и Татьяна Клементьевы скрепили свой союз, будучи еще студентами. И вот на протяжении 38 лет теплом и заботой день изо дня согревают друг друга. Сегодня пара с легкостью готова дать совет молодым, кто только начинает строить отношения. Любите друг друга, уважайте друг друга, понимайте друг друга, вот, в первую очередь. И тогда все сложится, и будет счастливая жизнь. Сегодня вокруг нас не так много супружеских пар, которым все же удалось прожить вместе всю жизнь и в радости, и в горе. Но все же они есть, а значит, есть хороший пример для подражания. Главное, о чем необходимо помнить, считают юбиляры, любовь всесильна, и два любящих сердца способны на многое. Дарья Костенко, Александр Рыбин, Служба новостей ИТВ.